Народ, всем привет! Вот сегодня у нас 22 декабря, перед Рождеством, 23-й год. Вот приехали вот в этот магазин, мы здесь уже были. Штокмайер, закупиться колбасочкой, колбасными изделиями. Сейчас все это заснимем. Ну, заснимем как? В магазине снимать не будем, потому что в магазине нельзя. Да, потому что мы уже один раз снимали, нас попросили не снимать. Заснимем, потом приедем домой и с Ириной покажем, какие цены, как изменились, потому что последний раз мы были здесь, наверное, год назад, да? Да. Примерно где-то, да? Какие цены, насколько, что купили. И так что вот так вот мы, наверное, и поступим, да? А сейчас пойдем. Народу здесь уже, я так вижу, что многовато, потому что много машин. Предпраздничное настроение. Так что увидимся позже уже у нас дома, да? Будем показывать, что купили, какие цены и как. Давайте увидимся. Итак, вот мы приехали. Я все положил на стол. И вот смотрите, сейчас я вам покажу, что мы здесь прикупили. Здесь вот, по идее, лежит не сильно много. Но общая сумма получилась, сразу вот вам скажу, да, вот, на 65,95. То есть на 66 евро. И вот смотрите, что мы купили. Цены, сразу скажу, поднялись. Ну, начнем, например, вот с этого края. Здесь вот для нашего кота 100-граммовых они идут, да? 100-граммовых пачки. Или обычно они по 90 идут. Нет, 100-граммовые пачки, вот, да? Вот разные. Они по 35 центов. Потом идут две банки по 415 грамм каждая. Тоже вот таких консервы. Они идут по 80 центов. Потом, так, для кота у нас мы закончили. Потом я себе взял на работу вот фертиги Герихт. Это то есть ты в микроволновку ставишь на 2-3 минуты, по-моему. Сейчас посмотрим, если точнее, сейчас вам скажу. Так, да, вот в микроволновке на 3 минуты, к примеру, на 1000 ватт, 3 минуты. На 600 ватт, там, к примеру, говорю, да, то есть там 5 минут, да. Очень вкусно. Вот это блюдо стоит, здесь что у нас, чикицы, кори райс, да, вот, и швайный гуляш, свиной гуляш с нудельным, с макаронами, стоит по евро 80 каждая пачка. Эта пачка, кстати, 300 грамм. Очень вкусно, 3 минуты у тебя, можно сказать, горячий обед. Так, ну и вот для работы я себе взял еще вот супы такие, фестак зупы. Это куриный супчик такой легенький. Легенький, вот здесь у него всего получается 49 калорий на 100 миллилитров. Вот эта баночка 400 грамм. Вот ее берешь, в какую-то дозу вылил. Я обычно добавляю еще куриную грудочку грамм 100 вареную и в микроволновочку на 2-3 минутки и готово. То есть вот этот суп стоит 400 грамм, евро 50. Это я могу показать, вот к примеру, да. То есть вот 3 штуки по евро 50, да, то есть это суп. Также могу показать, да, то есть вот 6 штук для кота идет вот, да. В самом почти что внизу 6 штук для кота 35 центов. Потом вот я, который по 415 грамм, 2 по 80, да, вот, вот эти вот 2 по 80, по 80 центов, это евро 60. Вот эти, которые я вам говорил, просто сразу показываю, да, на чеке, чтобы вопросов не было. То есть 2 по евро 80, так, где, вот, так, 2 по евро 80 на 3,60. Потом здесь мы взяли вот такие мини-колбаски, мини-фляйшвурст. Вот эти красные, это свиные, они отличаются маленько. А вот это точно такие же, только они куриные. Вот гефлюгель, у них такой цвет маленько другой. Я ее вскрыл, чтобы показать. Ну и попробовал, конечно. А это красные, да, то есть это свиные. Они по 8 евро килограмм, потому что многие вот эти продукты, да,
здесь, которые есть, например, вот это, ну это я сейчас дальше расскажу, вот это, вот это, вот это, вот это, продается на вес. То есть они все вместе складывают, ну то есть продавцы, например, вот, смотрите, да, где я сейчас покажу, вот, к примеру, да, то есть нет, даже 6,70 я вам соврал, да, то есть вот, соврал, обманул, вот 4 килограмма, 680 грамм получилось, умножили все на 6,70, да, точно, конечно, не могу сказать, но, по-моему, это, вот, колбасы какие-то, и вот такая сумма. Потом вот эта цена, да, то есть это штейки свиные, здесь килограмм, они замороженные, да, они стоят 8 евро килограмм. Вот две пачечки взяли в холодильник, срок годности вот еще стоит до 12 мая, то есть могу здесь показать еще, что везде срок годности нормальный, вот. Сегодня у нас 22 декабря 23 года. Вот колбаски до 4 апреля. Потом вот здесь еще. Вот это тоже стоит 8 евро. Или с чем? Я не помню. 8 евро, по-моему, килограмм. Это швайнанакан, да? Подкопченое такое вот. Вот такое мясо. Его не нужно готовить. Его просто открыл, нарезал и ешь как ветчина, да? То есть здесь 990 грамм, на чеке, по-моему, есть 960 вот грамм, вот, по-моему, 960, да, первое, на 6 евро, да, килограмм. То есть это тоже было поштучно, не на вес. А вот еще, да, то есть вот это уже брали не раз, это холодец, польский холодец, здесь килограмм, грубо говоря, да, то есть вот килограмм 94, здесь... Килограмм 88, срок годности вот тоже стоит, 29 января 24, вообще обалденный, особенно если еще с горчичкой, вообще прекрасно идет. Ну и здесь вот еще пару, обычная вареная колбаса, то есть вот по 100 грамм вот такая, да, ну она, как я сказал, уже на разновес, уже все вместе, да, здесь вот вареная Мэтвурст колбаса, тоже срок годности вот. Здесь 15 января, здесь 2 января. Ну, как-то так. В принципе... А, вот еще, да, то есть... Это получается у нас тоже вот срок годности до 1 января. Каждая пачечка по 100 грамм. Это получается свиные филе. Она вот и написана, да, филе. Так, здесь нарисовано, да, что... Поросенок, вот по 100 грамм, они тоже, наверное, где-то по, на вес, наверное, не знаю. Короче, общая сумма, как я уже в начале показывал, получилась 65 евро 95 центов. Но я вам скажу, что цены, конечно, подорожали. Раньше вообще, как я говорил уже в старом видео, начиналось в этом магазине, это лет 15 назад, по-моему, 3,80 за килограмм на разновес, да, то есть и раньше было меньше таких поштучных товаров, которые раньше все скидал в пакет, на весы поставил, умножил на 3,80 и все. Но вот сейчас, вот считайте, лет за 15, наверное, побольше, уже стоит в среднем где-то, получается, вот, еще раз пробегусь по чеку, вот что-то стоит 6 евро, уже не буду повторяться, что за килограмм, да, то есть что-то стоит, например, 6,70, вот, да, ну это вот эти вот, да, тоже я показывал уже, 6,70, что-то стоит 8 евро за килограмм, ну и вот так вот, 7,70, да, то есть, вот как-то так. Короче, вот такой получился обзорчик небольшой нашей закупочки перед Рождеством, перед Новым годом, ну, немножко так колбаски, да, полный пакет набрали, коту перепало немного, и вот, короче, как-то так. Так что, ребята, давайте... Сейчас я камеру переверну, секундочку, камеру переверну. Вот теперь, ребята, здесь я показываю себя, да, то есть хочу всех поздравить с наступающими праздниками, с Рождеством, кого-то с Рождеством сначала, с наступающим, потом с наступающим Новым годом, кого-то наоборот. Ну, всем желаю хорошего настроения, удачи, чтобы все были
здоровы. Так что оставайтесь на нашем канале. Всем хорошего настроения, добра. Давайте. Пока-пока.